Начнем мы плести нашу подставочку. Для этого мы возьмем 4 троечки. Это у нас будут стоечки, наша подставка. И мы их выкладываем звездочкой. И вот я думаю, что нам этого вполне хватит на нашу подставочку. Нам не надо будет ни наращивать, ни добавлять дополнительные стойки. Вот я немножко уплощаю серединку, да, уплотняю, чтобы трубочки немножко сплющить. А для работы беру 2 трубочки и соединяю их между собой. Так, и начинаем работать. Начинаем оплетать с самой нижней троечки. Здесь никакого вот прям, знаете, никакой острой необходимости прям с самой нижней начинать нет. Просто не знаю, почему я так привыкла. И начинаем по троечкам оплетать простой веревочкой. Верхняя трубочка уходит вниз. Так, и вот первый рядочек у нас с вами получился вот такой звездочкой. Я такую часто звездочку плету, мне она нравится. Когда нет нужды плести более плотную серединку, сюда ничего не высыпется. И плавненько переходим на второй рядок. Сейчас мы 6 рядочков или 7, 6 или 7, посмотрим по донышку, 6 или 7 рядочков мы плетем, оплетая всю троечку по троечкам, а дальше будем разводить стойки. И не забудем самую первую стойку, да, с которой у нас все началось, пометим с помощью булавки. Я очень люблю портновские булавки. Вот так прям я их вставляю в трубочку, и все. И сразу хорошо видно, где первая трубочка. По этой булавке мы будем считать рядочки, сколько мы проплели рядочков полных. Мы добрались до того момента, когда нам надо трубочки нарастить. Наращивать будем таким образом, чтобы у нас с вами срез, вот место, стык, место наращивания спрятался за стойками, чтобы на лицевой стороне было не видно. Наращиваем на клей, на полимерный. Я стала почему-то почти все наращивать на клей. Вот так вот мы убираем. И продолжаем плести. Все плетем. 6 рядочков мы проплели. Пора разводить стойки. Стоечкам сейчас в витках просторно, поэтому разводить их сейчас легко. И мы можем прям вот с помощью шпажки вот так прям помочь стойкам, вот их раздвинуть по краешкам. Так, и можем прям сразу все подготовить, а потом плести уже будет хорошо. И все, и теперь мы той же самой веревочкой проплетаем каждую стойку отдельно. Вот так. Мы сплели. Вот у нас даже, у меня даже получилось 15,5 сантиметров, но рядочек пришлось закрыть, поэтому вот такой у нас размер. 15,5 сантиметров наша тарелочка. Все, мы прекращаем плетение. Сейчас уберем рабочие трубочки и закроем розгой нашу подставочку. Нам понадобится наша любимая шпажка. Трубочки рабочие я убираю внутрь виточков. Шпажку продергиваю между витками. На шпажку надеваю трубочку. И протаскиваю трубочку сквозь плетение. Затягиваю. И очень хорошо затягивается. И уже трубочка никуда не выскочит, никуда не убежит. Плетение не распустится. И сейчас мы обрежем трубочки. И у нас не будет видно пеньков. И у нас все аккуратненько закроется. И все. Все, и будет хорошо. Поправляем, укладываем. Так, сейчас мы срежем. Раз и два. Так, все. Вот такая у нас получилась тарелочка. Убираем иголку портновскую. Нам теперь она пока не пригодится. И вот у меня очень высохли стойки. У нас тут жарко в помещении, поэтому стойки очень пересохли. Я их сейчас прям из пульверизатора обычной водичкой побрызгаю. И мы с вами начнем делать загибку. Розга. Так, заводим 3 стоечки. Ну, я вот воспользовалась шпажкой, чтобы сделать вот такой заворот хороший.
А теперь мы просто заводим под стойку и наверх. Выводим вверх, да, и на себя. И три. Так мы выводим три стоечки. Дальше берем самую левую трубочку. И теперь ее укладываем на две рабочих. И за следующую стойку, да, за вторую стоечку. Так, теперь, чтобы не было пеньков, срезаем. Оставляем примерно сантиметр, ну, может быть, 8 миллиметров торчащий пенек. Так, и параллельно этой трубочке за этим пеньком укладываем стоечку. Вот видите, в лежачем положении все совсем по-другому. Так, опять берем, у нас опять в работе три трубочки. Мы берем самую левую, укладываем на две рабочих и за стойку. За вторую стоечку заводим. У нас прям совсем коротенький хвост. Трубочки вот прям их еле-еле хватает. Мы прям даже рискуем. Так, и параллельно этой трубочке укладываем стойку. Так, и поглядывайте, чтобы у нас вот... Может быть, лучше взять в руки, да, наше донышко, и тогда розга привычней выглядит. Так, левую трубочку укладываем за стойку. Срезаем хвостик и опускаем стоечку первую. Так, сразу поправляем. Так, и дальше. Тот же самый алгоритм. И стоечку опускаем. Опять самую левую трубочку на две рабочих и за стойку. Срезаем. И стоечку опускаем. Вот она, наша розга получается. И она приподнимает край. И у нас получается не просто плоская площадка, а у нас получается, ну, как будто бы бортик такой вот получается, как у блюдца. Так вот, если посмотреть. Вот, вот. Продолжаем до конца. Вот у нас осталась одна торчащая стойка и три трубочки, которые нам нужно уложить. И мы с вами продолжаем по нашему алгоритму работать. Берем самую левую трубочку и укладываем ее за стойку. Но наша стойка, она уже нами уложена, она лежит, поэтому мы протягиваем нашу трубочку вот таким образом. Пустите меня. Вот так. Вот так мы укладываем нашу трубочку. Срезаем длинный кончик. Такой нам не нужен. И параллельно ей укладываем стойку. То есть все в наш алгоритм вписывается. Так. Чик. Все хорошо. Вот у нас осталось всего лишь три рабочих трубочки, которые нам нужно уложить так, чтобы завершить рисунок. Так, ну вот и по рисунку мы их и будем укладывать. Самую левую трубочку берем, и нам ее нужно уложить за стойку. Стойка, вот она, наша. То есть, вот видите, из-за этой стоечки уже торчит пенек, а здесь нет. Поэтому мы шпажкой себе местечко проковыряли. Так. И продергиваем нашу трубочку сюда. Укладываем, все поправляем сразу. И смотрим, надо обрезать. Да, давайте обрезать. Так, обрезали. Теперь за этой стоечкой у нас есть трубочка. Нам за следующую надо. И вторую трубочку мы будем прятать вот за эту стойку. И вот смотрите, какое сочетание, да? Трубочка вторая. И у нас на шпажке две трубочки. Вот она сюда у нас и ляжет. Опять помогаем себе шпажкой. Поправляем. Укладываем. И срезаем кончик. Все, теперь следующее. Вот отсюда, сюда мы сейчас вставляли трубочку. Теперь у нас трубочка пойдет за следующую стойку.
трубочка у нас третья, последняя. И вот мы ее укладываем так, вот себя проверяем, да, раз, два, три. Три трубочки на нашей шпажке. И вот в это место как раз у нас и ляжет наша трубочка. Тут уже прям все на миллиметры, все прям. Срезаем лишний хвост. Так, и смотрим. Вот у нас вот такой получился узор. Все лежит по рисунку, все ровно, все хорошо. Теперь так смотрим. Так не очень хорошо. Некоторые хвостики торчат, мы их убираем. Вот прячем сюда под виточки. Немножечко накроем. Это как раз торчат те хвостики, которые вот мы последние трубочки обрезали. Поэтому мы их чуть-чуть спрячем вот туда под витки. И все. Получилось у нас диаметр. Вот видите, за счет загибки у нас добавилось еще 2 сантиметра. Диаметр 17. У нас получилось 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 рядов.